Я не пойду вниз без оружия. Это лопающийся урод! Ха-ха-ха, круто! Они просто дохли. Гораздо лучше. Все готовы? Попробуем вот эту...
Это, кажется, вы идете в точку эвакуации в торговом центре. И у вас ни хрена не выйдет. Так как эти кретины из правительства приказали перекрыть туда дорогу. Итак, вот мое предложение. Отлично, я достал нашему приятелю колу. Бежим, бежим, бежим! Беру колу! Достал колу. Эй, я достал колу. Положите колу в подъемник. Вот как надо расчищать завалы. Никогда не был так счастлив видеть магазины. Нам стоит пройти вот здесь. Вниз по эскалатору. Нет! Я его сделал. Повторяться, но... Ну и мерзость! Нет! Нам нужно выключить сирену! Нет!
не тупи, нам пора идти. О, это... Это просто ужасно. Если вам нужны идеи, у меня есть одна. Причем суперская. Слушайте сюда. Видите плакат? Сфотографируйтесь на фоне машины Джимми Гибса. Она здесь. Мы найдем ее, заправим и свалим отсюда. Найдите канистру! Готовьтесь! Thank you.
вещах 5 штук. Толстяк! Толстяк! Нет! Толстяк! Ну, давай же, давай, давай, давай! Осталось всего 3! Дан! Еще 2!